Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Многие просили меня сыграть за другого персонажа, потому что до этого я играл в основном Эль Прима. И вот я выбрал Кольта. Да, я им немножко поиграл, немножко раскачал, ранг 8 у него, а был 3. И сегодняшняя цель у меня какая? Заработать вот этот супер сундучок. Но нужно для этого собрать 10 звездных жетонов. Поэтому, ребятушки, поехали! Начнем мы, наверное, с вами. Давайте за поимку. Поехали. Ну-ка. Фух. Только проснулся, ребят, так что еще пока без разогрева. Поехали. Кольт мне понравился, ребята. Хотя до этого я почему-то его не особо долюбливал. Так, бежит Покка. Звездочку стрелы. Тихо, тихо. Эль Прима, не надо, не надо, не надо, не надо. Я его... Ребят, сейчас. Оу. Черт. Смотри-ка, как они нас разнесли. Спокуха. Блин. Так, отходим. Надо у того добить, ребята. Ну, блин, кактус помешал. Да чтоб тебе. Опс, малорик. Давай, давай, жги его. Отлично. Так. Блин, маленько не хватило. Слушайте, у меня есть супер выстрел. Сейчас, подожди, только подловить надо. Ну, давай, поехали. Минус. Блин, и все. Какой пиу-пиу-пиу. Без пиу-пи-пиу. Ну, е. Yeah. Так, еще супер удар. Ребят, еще супер удар. Погнали. Замечательно. Слушайте, мы ведем, причем довольно хорошо. Ой-ой-ой-ой, мало здоровья. Сматываемся. Давай-ка вот здесь вот. Медвежутка. Так, опять этот Пока. Ну, ребят, я вам скажу, что команда у них какая-то не особо сыгранная, потому что играет хаотично. Играют они хаотично. Ну, это, по крайней мере, мое такое вот мнение. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Где наш этот, Эль Прима? Я не вижу Эль Прима. Где он? А, вон он идет. Давай, 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 давай. Шикарно. Так, переждем малька. А теперь в бой. Замечательно. Сколько у нас? 33, да, звездочки? Против ихних 10. Ну, нет уж. Слушай, ребят, смотрите, мы с этой, с Тиной. С Нитой. Блин, по 5 звезд... Ой, какой тут по 5? 7 звездочками. Пока прячется. Ну-ну-ну-ну, добьем? Да, должны добить, в принципе-то. У меня, как всегда, ребята... Не-не-не-не-не, нельзя погибать. Е. Пока мы уничтожили. Супер выстрел, надо использовать. Yeah. Ну что, 41 против 14. Шикандос. Вот вам, ребята, и Кольт. Я вначале, честно говоря, не мог привыкнуть. Да и он и слабенький у меня был. А сейчас я его немножко подкачал и, как видите, раздаю люлей. Ну что же, поехали дальше. Как я вам говорил, сегодняшняя цель у меня получить большой ящик. Давай, ай. Ну ладно, не хотите играть, найдем другую тогда команду себе. Ну, опять же, скажу, ребят, здесь многое зависит от ваших партнеров. Если все слажено и как надо, то вообще игра идет офигенно. И, конечно же, здесь очень хорошо заходит Эль Прима. У нас его в команде, к сожалению, нету. И это меня немножко расстраивает. Ну, куда ты пошел там? Эй, дурила! Да куда ж ты... Ну, так, Була убили. Опа, Кольт. Кольт вышел. Есть, забомбили мы его. Надо немножко подхилиться. Стоим тут в засаде. Тихо, подожди, не лезь. Не свети, не пыли контору. Так, Бул. Да куда ж ты стрелять-то стал, ё-моё. Вот фигово, конечно, ребят. Если суперудар у тебя направлен в одну точку, он так и будет его дальше туда бомбить. То есть я не могу развернуть и направить туда, куда мне нужно. Стоим, ждем. Опа, это что еще у нас тут? За воронок такой, блин. Чернобровенький. Е, минус. Так, Бул, иди сюда. Упс. А что за ворон-то, действительно? Я что-то такого не видел. Опа! Ты видал? Я вот увидел сейчас только что. Я обалдел просто. Что это такое было? На нафиг, да выделывался там.
Так, прячемся, ныкаемся и хиляемся. Так, бул, 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 сейчас моего ребята... Опс! Блин, меня снесли, ну я сам виноват. Зачем я на него пошел? Слушай, что за воронок вот этот вот? Я не могу никак понять. Как же меня раздражает, когда у меня заканчиваются, ребят, патроны. Причем в самый подходящий, блин, момент. Что за говнюк? Я никак не могу понять, что за ворон, что он делает? Он бегает, он не стреляет, но он делает прыжок. Это однозначно, я видел. Так, давай, Бул, иди сюда. Погоди, опс, минусанули. Слушай, ребята, мы тратим с вами преимущество. 31-21. Слушай, ну он шустрый. Я смотрю, вот этот вот ханорик. Воронок этот. Очень шустрый. Так, я его убил, да? Так, время пошло. Отсчет, ребятули. Минус Бул. Так, и там кольт у нас строчит. Ну, кольт вообще куда-то стреляет бездумно просто-напросто. Все, ребятулечки, победа за нами, это однозначно. Неплохо сыграли, неплохо. Но я так и не понял, что это вот за ворон. Так, поехали далее. Угу. Что здесь немножко осталось, что здесь. Да, ранг скоро получим с вами 9, поэтому я думаю, что... Давайте еще разочек сыграем. Сыграем здесь, а потом пойдем, наверное, за эти, за гемы драться. Ну, где там? Кто у нас там в команде? Нас. Ой, блин, Эль Прима. Эль Прима, это плохо. Так, у нас это, блин, принцесса здесь. Что ты делаешь, принцесса? Что ты делаешь, радость моя? Ай! Подальше надо от этого Леприма держаться. Так, сейчас я его сейчас накумарим. Мы его должны поймать. Е. Ликвидировали. Шелли, радость ты. Куда ж ты? Так, подожди, подожди. Блин, Нита, куда ж ты там лезешь-то? Ёпрсте. Ну, зачем так тупо сливаться? Глупо сейчас было. Блин, мне самому надо отходить. У меня закончились заряды. Слушай, они любители, я смотрю, посидеть в кустиках, да? Хорошо, мы это учтем. Мишка, иди отсюда. Так, слушай, принцесса, я смотрю, ты вообще, что ли, бессмертная? Я не понимаю этого. Да давай ты, блин, вот. Так, Эль Прима этот, ну... чуть-чуть не хватило, ребят. Ну, давай-давай, есть. Все, мы его шваркнули. Слушай, принцесса действительно бессмертная, по-моему. Кружится там. Танкули, что ли, себя почувствовала? Я не пойму. Ну, давай-давай-давай. Опс, минус один. И есть. Отлично. В кустах сидит, да? Ну, естественно, это Шелли была. Была, подчеркнул. Так, иди сюда. О, они здесь вдвоем. Блин, где же мой супер выстрел, а, ребят? Ну, как всегда, когда он нужен, его вечно нету. Давай без прыжков, без прыжков. Мы его и так накрыли. Слушайте, ребят, мы ведем довольно неплохо. Главное, держать вот это вот преимущество. Сейчас меня разберут. Да, к сожалению, меня подбили. Ну да ладно, все равно мы пока ведем. Лишь бы не погиб у нас никто, чтобы не давать им преимущество, ребят. Так, давай-давай-давай, отлично. Есть. 41-30. В нашу пользу. Ну-ка. Е, получаем 9-й ранг. Вау. Здесь получили. Так, хорошо. Давайте-ка мы, ребят, заберем все эти кубки. Ну давай, ты же должен открыть мне. Нет? Что нам достается? 14 монет. Так, Нита. Маловато очков. Эль Прима, 8, отлично, ребята. Я прокачаю обязательно его. Так, что у нас тут? Бойцы. Сколько потребуется мне? 75, хорошо, трачу. Поехали.
А потом же нужно 140 монет. Блин, монеты здесь, конечно, ребят, зарабатываются очень и очень тяжело. Так, пригласить. Привет, видос будет, привет, привет всем. Да, видос будет, ребята, видос будет. Илья, Илюша. Очень много Илюшек у нас в игре, как я посмотрю. Ладно, ребятульки. Ну что, не заработал я еще, как мы видим, большой сундук, поэтому продолжаем. Но в этот раз мы пойдем с вами на захват кристаллов. Кстати, пробовал я в столкновении поиграть за Эль Прима, но, к сожалению, почему-то у меня не получалось. Играл я соло, то есть не в паре. Пошли поиграем немножко в захват кристаллов. Почему бы и нет, надо немножко разнообразить нам игрулечку, да? Надеюсь, с командой мне повезет. Так. Опять принцесса эта, да? Что она, в моде нынче, что ли? У меня-то такого героя нет, поэтому я не могу, ребята, в полной мере оценить этого персонажа. Что-то сказать хорошего или плохого. Знаю, что у меня тут здоровье что-то уж больно быстро улетает. Уж, ой, так, что это? Так, давай-ка. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, не надо так жестко бомбить. Что-то как-то не завязалась у нас игра, блин. Они ведут. У них, ребята, куча гемов. Есть. Одного мы ликвидировали. Но это нам ничего не дало. У кого-то кристаллы там. Вон, у Пока. Пока с кристаллами у нас ходит. Надо его ликвидировать, ребят. Черт, как бы мне это сделать, а? Как? 9 гемов. Ладно, пускай пока собирает. Я надеюсь, что мои ребята не подведут. Да какого ж хрена? Все, они набрали, ребят. Да ну, хорош, неужели мы вот так вот и сплавимся? Не может такого быть. Давай, 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 давай. Пока этого уничтожаем. Нет, нифига не получилось, ребят. Сдулись в сухую. Это, конечно, в первый раз у меня. Вот такой вот, вообще в ноль. Ну, я еще раз говорю, ребят, все зависит от команды. Если команда хреновая, то ни хрена тебе здесь не светит. Так, Пока. Ладно, поехали. Посмотрим, как здесь сыграем. Слишком быстро у меня заканчиваются заряды, ребятули. Опять нас почему-то, ребят, не подпускает туда. Почему-то нас туда не пропускает, именно на ту территорию. Давай здесь переждем. Так, Пока. Минус. Ну, ликвидировали, отлично. Что тут за фигня тут еще стоит, не стреляет? Нечего здесь стоять, да? Ну ладно, здесь пока мы ведем. Понимаете, уже другая немножко специфика игры. Потому что до этого я играл Эль Прима, да? Он постоянно в бой шел. Кольт, он более-менее аккуратный парень. С ним нельзя так шутковать. И постоянно нужно быть где-то позади, прикрывать своих ребят. Собаки, а? Завалили, не успел. Оу, мы еще и гемы все растеряли. Опупеть. Пойду собирать гемы. Сматываемся, сматываемся. У меня на кармане куш. 10 гемов несу все-таки. Смотри, смотри, как они ломанулись. Хотят меня подбить, ребят. Но не тут-то было. Прикрывай меня, эй! Есть. Отлично. Все-таки я утащил богатую долю этих гемов. Ну и, как видите, наша команда выиграла. Продолжаем. Так, я выйду. Возьмем другой набор. Опа! Это что у нас такое? Забрать. Очки силы. Забрать.
Опа, 25 очков сюда, ребята. Опа, на карман кольту. Так, новый рубеж. Это будет на 450 кубков. В принципе, не так уж и долго осталось копить там. Ну, а мы продолжаем. Слушайте, почему мне не дают большой этот сундук? Фиолетовый, а? Что нужно? Что нужно мне для этого? Так, погнали. Встанем, ждем. Минус один. Ай! Тихо, вон он, вижу его. Не подбили, к сожалению. Блин, у меня что-то как-то здоровье очень быстро улетает, честно сказать. Шелли, ты вообще, смотрю, прибордела. Отлично, пока все хорошо. Лишь бы этот чувачок не растерял гемы. Он крутится там, собирает наживу, как говорится, для врага. Пускай будет аккуратнее впредь. Лучше бы он стоял бы сзади бы нас, а? Вот серьезно говорю. Зачем он лезет-то? Отходи, 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 отходи. Шелли, я уничтожу тебя. Вот, стой здесь, отхиливайся. Молодец. Созрел. Так, еще Шелли. О, двоих сразу. Да дай ты гемы-то мне, ё-моё, блин. Хапает. Вот сейчас тебя подобьют, не дай боже, блин. И все, и сольемся, блин. А они будут сейчас за тобой охотиться, вот поверь мне. Так, снесли. Ну, последние секунды. Последние секунды. Да, ребятушки, отлично. Отлично у нас здесь получилось. Фантом. Ну что ж, двигаемся дальше. Так, играть, играть, играть. Да давай играть. Почему бы и нет. Ну, где там наши орлики? Так, у меня кто там? Шелли в команде, да? Бармен. Воу, неплохо. Нашего минусанули. Так, здесь кольт. Я понял. Здесь кольт, ребят. Уже не здесь. Хе-хе. Так, не выделываемся. Стоим, стоим, ребята, вот здесь вот. Ждем. Ну зачем ты сунулся туда? Вот скажи мне на милость, а? Ай-яй-яй, это была роковая ошибка. Вы понимаете, ребята? Блин, кому я это говорю? Хотел сказать, что когда у вас гемы, вы лучше стойте позади, потому что в любом случае им придется идти к тебе, и для этого им придется, конечно же, пробиваться через нас. Понимаете? Через нас. Команда не очень хорошо сыграна, конечно, у нас тут. По-хаотичному все. Так, гемы. Ну, естественно, у меня, как всегда, заканчивается заряд. Во-во-во, вот они, гемчики. Шикарно. Хрен тебе. Не попал. Шелли, уйди оттуда, пожалуйста. Ага, он промазал своим суперударом. А мы бам... Черт. Ну, последние секунды. Выиграли. Как-никак, в сухую тоже. Так, ну что, повоевали за гемы. Теперь, наверное, можно опять вернуться в этот. Как он там называется, уровень-то этот. Награда за поимку. А, кстати, давайте попробуем в столкновение. Ну, я вам скажу одно, ребят. Очень и очень хреновенько здесь все выходит. Давай возьмем одиночку. Попробуем в одиночку сыграть. Уж не знаю, как зайдет. Но Эль Прима у меня здесь погибал. Посмотрим, как будет себя чувствовать Кольт. А вот там как раз Эль Прима, да, стоит внизу. Блин, с ним шутки-то плохи. В ближнем бою с ним шутки очень плохи. Ёлки-палки, смотри-ка. Здесь одни Эль Примчики. Одни Эль Примчики, да? Шелли, Шелли, Шелли. Молодец, Шелли. Да куда ж ты стреляешь-то, дурила? Тай! Пипец, я не понимаю, куда он стрелять стал. Так, ладно, выйдем.
Да-да-да, сразу слился практически. Давай снова сыграем. Нет, мне кажется, кольт здесь не особо подходит. Я не понимаю, я нажимал на стрельбу и куда-то он вообще стрелял. Должен был бомбить Шелли, но нифига, ничего подобного. Кто тут бежит у нас? Ага. Тут опять слился, ребят. Охренеть, у него эти бумеранги летят. Не, тут фигня, не катит. Культом я не могу здесь сыграть. Давай попробуем, знаешь, кем? Попробуем Эль Прима взять и за него сыграть. Так, вот он. Выбираем, играть. Посмотрим, насколько здесь зайдет он. Хотя, опять же говорю, не факт, что он будет здесь крут. Так, хорошо, мы взяли с вами. Так, Нита там прячется, да? Ну ладно, мы тоже спрячемся с вами. Раз уж такое дело. Куда ты побежала? Куда ты побежала? Иди сюда. Хрен тебе. Отходим, отходим. Давай, иди сюда. Черт, так, у нас сужается зона, да? Ну, иди сюда, говнюк. Спрятался. Этот чувачок там прячется, я смотрю. Ладно. Смотри-ка, сколько там, ребята, сундучков, а? Зачем я это сделал? Зачем я засветился, ё-моё, своим ударом? Я начал бить, ребята, и засветился, к сожалению. Ладно, мне что-то столкновение как-то не особо хорошо дается, поэтому будем выходить и играть. Давай в поимку... Подожди, нет, не Эль Прима. Мы должны с вами... Слушай, а давай сыграем, знаешь, за кого? Давай за Барли попробуем поиграть маленько. У него, правда, ранг 3 всего лишь. И не особо я, конечно, им люблю играть, если честно. Но... Че нам все время на одном и том же, да? Героев у меня пока еще много, сами... Ой, мало, сами вы видели. Ага, жду. Так, ждем, выжидаем момент. Есть. Давай, давай, давай. Зажарили. Воу-воу-воу, пока этот. Этот пока нам здесь не нужен. Ну уничтожь его, Шелли, ё-моё, не добила. К сожалению... Воу-воу, куда это ты? Блин, этот... Бил меня, сбил. Работек. Чё-то там прячется. Воу-воу-воу, в спину, в спину, в спину. Кто-нибудь прикроет меня? Ни хрена никого нету, блин. Так, давай, 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 суперудар. Где мой суперудар, а? Обалдеть, он там жарит, конечно. Так, мы проигрываем пока, ребят. Если смотреть по гемам, мы проигрываем. Так, отлично. 30 против 27. Ну что вы этого робота не можете уничтожить, что ли? Тридцать против 33. Отлично, сравняли счет. Уже хорошо. Ну? Ну, отлично. 35.
37. И пошел отсчет. Нормуль, 40. Давай, давай, последние секунды, ребят. Сейчас сольются они, да? Е, ребятушки, мы с вами сыграли отлично. 43-41. Фух, ну что, давайте продолжим. Барли получает у меня 4-й ранг. Совсем еще соложонок. Так, выходим и смотрим. Блин, ну что ж такое-то, а? Не хватает. Ладно, поехали далее. Слушайте, я вот думаю, что если играть за Барли в столкновении... Опа, это кто такой? Это не тот ли чувачок новенький, который с этой... с кувалдой? Да-да-да, это он. Это он, ребятульки. Какой-то глупый идет прям на нас. Видишь, что обстрел идет и прет, и прет. Ой, у нас тут два Барли. Два Барли, ребята. Постоим здесь, отдохнем. Вот Барли чем хорош, знаете что? Он может стоять, например, за перегородкой и просто делать тупо обстрел. Засмотрелся, блин. У нас тут двое, я засмотрелся на другого Барли. Стоим, ждем. Ребят, у них пока преимущество. Пока они ведут. Ну, блин, я иду, иду. Прикрыл. Помог. Опа, вот этот чувак громозека мне не нужен здесь, он мне не нравится. Нифига мы с вами проиграли. Смотрите, счет 4-10. Что, серьезно, что ли? Бум, снес. Фига у него, ребята, удар дубиной отнес у меня 1200 хп. Понял? Так, ну что, счет у нас 13, у них 16. Они в основном крутятся на нашей территории. Поехали, обстрел. Есть. Так, у нас из стрелков только один, да? Легендарный герой, блин. Только он может уничтожать по прямой. Остальные не шиша. Кто меня снес, я не понял. Мы по-прежнему с вами проигрываем. И отсчет пошел. Черт, я не успел, ребят, эту шелю забомбашить. Проиграем, да? В 2 очка разницы мы с вами сливаемся, да? Ай, блин. Обидно, конечно. Ну ладно, блин, еще и минусанули, да? Слушайте, не хочу я больше играть Барли, вот, честно вам скажу. Давай-ка Эль Прима возьмем. Эль Прима, за поимку, поехали. Да, этот парень отчаянный, все время получает люлей, потому что он лезет в бой. Причем в ближний. Но если тебя будут хорошо прикрывать, то нормуль все. Ну что стоим-то там, эй! Проснулись. Так, кольт идет. Ну ладно, подождем. Ох ты, у них тоже Эль Прима. Кольт, ну что ты вот... Сейчас погибнет. Уже погиб. А я жду, жду, жду. Жду подходящего момента. Называется, нашел, блин. Ну, эти успей, нет? Хе-хе-хе, успел, я выжил буквально на микронах. Смотри. Не было здоровья. Ладно, хорошо, мы пока ведем 7-3. Я хильнулся, можно, в принципе, дальше продолжать бой. Покка, иди сюда. А кто его захилял? А, он сам себя захилял, ребят, точно. Он же у нас хиллер. Есть, отлично.
Куда ты прыгаешь-то? Распрыгался тут не кузнечик. Бул, ты там будешь нормально играть? Что ты там делаешь-то вообще? Я не вижу от тебя никакой активности, блин, в этой команде. Стоит там, ныкается только, и все. Давай. Прожимаем. Прожали. Нет, не прожали ни хрена. Да чтоб тебя. Моя была победа. Упс. Тихо. Ну? Да что ж такое, мне... Лука, какого хрена ты стоишь? Ты вот мне скажи, блин. Стоит там, блин, лыбу давит, блин. Я не знаю, что с ним делать. Опа, пока здесь, а? Пока здесь. Поки больше нету. Этого тоже Эль Прима нету. Блин, мы все равно пока еще отстаем, ребят. Счет 23-20. 26-20. Так, ну что, ты потратил свой суперудар, молодец. Так, успеем, пока ничья. Пока, ребята, ничья. Блин, 26-26. Оба проиграли, короче. Да. Ну, хотя бы за это не отнимает очки. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, мне сегодня не судьба получить этот ящик, хотя... Что нужно для этого-то? Собери 10 звездных жетонов. Погоди. Давай-ка я выберу лучше Кольта, поиграем за него. Вот тебе и пиу-пиу. Ну, ладушки, все, поехали. Так, и у нас там, блин. Тоже Кольт есть, тоже есть Кольт. Придется с ним тут соревноваться. Стоим, ждем. Вот куда ты лезешь-то? У меня слов нету. У меня просто нет. О, этот хороший, кстати, чувачок, что прилетел сюда ко мне. Ну! Минус Кольт, отлично. Так, ну мы все равно проигрываем. Ну-ка, иди сюда, говнюк мелкий. Ждем. Барли, уйди оттуда, пожалуйста. Так, слушай, а где они, интересно, все, а? Вон, вижу. Понял, за неактивность. Ждем, выжидаем, ребят. Так, турель. Ну, накроем, да. Все, снесли мы его нафиг. Что-то кружится. Минус. Кольт против Кольта. Хотя нам лучше вон того подбить. Ну, как всегда, ё-моё. Снаряды заканчиваются в самый неподходящий момент. Все равно они пока ведут на одну очку, ребят. Так, давай-ка их вот так захватим. Заныкался, типа, думает, не видно было, да? Нашел тут местечко. Ну, ты будешь стрелять-то? Как же меня бесит вот этот вот откат. Эти доли секунды, 3 выстрела, потом сиди, называется, кури. Коль, ты иди сюда. Черт. Он где-то здесь. Ну, нифига не получилось. А вот турелька здесь нам не нужна, ребятули. Ведь верно? А вот и Кольт пожаловал. Что у нас там? Мы пока ведем. Вели! 30-30. 34, хорошо. И есть, ребята, только не подставляйтесь, пожалуйста. Давайте выиграем эту каточку. Мне нужны очки и баллы. Есть. Тринс, да? Армуль. Руслик, принять, пригласить в команду. Ну давай.
играть снова. Ждем остальных. Так, у нас кто здесь? Ух ты, а вот этого я не видел героя. Кто это такой? С огнеметом или с пылесосом? Чем он там ходит? Ну-ка, покажи. Оу, нифига он там гайками бросается. Минус, отлично. Ждем, ребят, ждем. У меня суперудар накопился. Вот это сейчас было глупо с моей стороны. Но у меня опять суперудар накопился. Так, счет 3-2. Она то гайками, то болтиками бросается. Ладно, хорошо, я понял. В общем, пылесос, работающий в другую сторону. Наоборот. Не засасывает, а наоборот разбрасывает. Минус. Так, иди сюда, Бул. Турели, как же меня бесит эти турели, а? Серьезно говорю. И этот бомбермен там со своими бомбами. Вот он. Опа, тут оказывается они все сидели в этих кустиках. Понятно. На что там с ума сходит? Бегает сломя голову. Ух ты, смотрите, ребята. Это у кого такая спецуха? Хилку вызывает. Это ж круто. Это вообще круто, если честно. Стоять вот в этой зоне. Так, иди сюда обратно. Быстрее, быстрее, быстрее беги. Забегай. Хиляемся, все хиляемся здесь. А теперь огонь, блин. Вот он жук, а. Стрельнет и убегает. Ну, конечно. Так, давай, давай, пробиваем здесь. Вот тебе и изи. Так, ждем. Так, опять этот с бомбами, с динамитом там появился, да? Так, мелкий сморчок, тебе хана сейчас будет. Да какой ж хана, когда у меня закончились, ё-моё, боеприпасы. Нельзя, ребята, терять фору. Вот что я вам скажу. Ну, я здесь явно сыграл хреновенько, ребят, поверьте мне. Больше просидел в кустах. Слушай, это значит вот у этого... О, бомбежка какая, да? Смотрите, пампушка. С такой татухой на плече. Ну что же, надеюсь, сейчас-то мы с вами заработаем хоть что-нибудь. Так, давай посмотрим. А, это Руслик. Ёлки-палки, я думаю, что это за пампушка. Это Руслик, привет, Руслик. Ну что, поехали? Да я тоже, в принципе, готов. Надо было кого-то тогда третьего нам взять, наверное, из компании. Посмотрим потом. Так, погнали. Так, тихо, 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 блин. Так, Нита. Прячься здесь. Отлично, мы добили. Эй! Смотри, смотри, бежит! Успел, успел ее спасти. Так, пойдем, пойдем хиляться вот здесь. Видишь, у нас тут Руслик поставил для нас аптечку. Так что заходи, не стесняйся. Побудь как дома. Так, Нита там прячется у нас. У них хорошо, что нету этих дальнего боя. Фух, чудом выжил. Чудом иду, иду, иду хиляться. Бегу прям на крыльях ночи. Вау! Ты круто придумал. Давай, давай, добиваем. Есть. Турелечка подбила. Давай вот эту вот еще, Ниту. Шикарно. О, еще один смертник пришел. Слушайте, а мне нравится вот эта фигня. Смотрите, тут стоит у нас аптечка, плюс еще турелька. Вообще неплохо мы тут устроились. Такой, знаете, блокпост, так скажем, непробиваемый, по идее.
Так, аптечка. Куда аптечка? Русик, можешь еще выставить? Мне понравилось. Тихо, тихо, отходим, отходим, отходим. Хиляемся. Так, этот гад за мной там идет, да, по-моему? Он все рядышком там ходит, ребят. У него там здоровье. Вот, все его прибили. Да-да-да-да-да-да-да-да. Танкуля побежал такой. Ну, судя, ребята, по звездности, я здесь, по-моему, вообще дрещеныш. Потому что у всех уже звезд дофига, а у меня как нифига. Слушай, а что это мы с таким преимуществом с вами выиграли? 29-4. Вам не кажется, это вообще супер-пупер просто выигрыш у нас? 31-4. Нифига, ребята, мы тут дали. Так, ну-ка давай посмотрим. Десятый ранг, ребятулечки, я заработал. Давай посмотрим, что у нас по этим. Так, кубки. Блин, ну мне нужно еще 10, чтобы открыть. Ладно. Да-да-да, я понял, не ори. Не ори, Руслик, все нормально, погнали. Раздухарился там. Так, кто у нас? А, у нас тоже Барли есть, да? Хорошо. Я надеюсь... Блин, тут надо, знаете как, ребят, через Дискорд или еще что-нибудь, чтобы твоя команда тебя слышала. Барли, еще раз хочу сказать, что ты должен всегда стоять где-то за прикрытием. Это так себя ты и обесоп... ох ты, нифига тут примач-то раздухарился-то. О, блин, нифига, я не заметил, ребята, Була, я его не видел. Поэтому надо его убирать отсюда. Вот тебе и найс-шот. Отлично, грохнули мы его. Да выеживался. Да ёпрасте, сейчас, я... Руслик, иду! Так, примач идет. Примач, расстреливаем этого примака. Всех порешил, ты прикинь? Вот это ты, конечно, зря, братишка, сюда пришел. В наше, так сказать, логово. Отойдем. Прожарил кусты, малорик. Опять этот прима. Но он не добежал. У меня, к нашему счастью, сработал суперудар. Ну-ка. Готов. Слушай, где этот враг? Оу, тихо, тихо, не надо. Под напалм лучше не, не попадать. Так, вот он. Я его вижу, я его просек, ребят. Я ему на хвост сел. Попробуем ликвидировать. Не вышло, к сожалению. Хотя, почему не вышло? Может быть, еще и выйдет. Нормуль, я его достал. Так, идем, смотрим, кто у нас тут. Смотрим и никого не видим. Тут только мои. Мои ребятушки, дорогие. Вот что я могу сказать. Руслик, который очень круто здесь вручает своей хилкой. Очень круто вручает. Опс. Снес, да? Я не могу понять, такое ощущение, что он бежит и в конце, знаете, взрывается. Вот такое ощущение складывается. Нет, 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 нет. Примач, ты здесь как-то не в тему затесался, вот, честно сказать. Да, ребят, я понимаю, вы скажете, какого хрена ты щелкаешь просто так? Да потому что некогда смотреть, когда у тебя там зарядилась обойма, поэтому постоянно чикаю. О, Русик, поздравляю, ГЦ. Ну-ка, что у нас там? Так, секунду, сейчас посмотрю. Я все на эти... Мне даже не столько кубки интересуют, сколько вот здесь. Но почему-то нифига. Выбирает бойца. Кого ты хочешь выбрать, Руслик? Ага, я такую видел. Слушай, а может быть мне тоже кого-нибудь выбрать, а? Ну, давай. Давай вот сыграем за этого. Он первого ранга. Эх, Бул, тяжеловес. Ну, давайте попробуем поиграть за него. Вы сами понимаете, ребят, я до этого им вообще не играл. Это будет мой первый опыт. Заодно, как говорится, и прочувствую я этого персонажа. Ну, по хп он неплохо, да? 5200 имеет здоровье. Так, мы как бы из дробовика, да? Опа.
Смотри-ка, смотри-ка, кто здесь. Руслик. По-моему, ты кому-то отдал своего героя. Так, тихо, Кольт, уйди. Отлично, забомбили. Так, хиляемся. Опа, опа, это нифига там. Это супер удар, я так понял был, да? Ну-ка. Ой, а бомбим-то мы как слабо. Ёпрасоты, ребятули. Очень слабенький у нас. Но, к сожалению, выстрел. Вообще ни о чем. А как мне играть? Черт. Ребятушки, извините, но из меня тут, конечно, боец вообще никакой. Первый уровень бойца и... Никакого урона я не наношу. Практически. Ну смотри, что это? Да, ни одного чувачка не убил, но сам зато погиб. Надо где-то его подраскачать, может быть, тогда он будет хороший. Хотя не уверен я в этом. Ну, супер удар, да, неплохо, я ничего не говорю. Он разгоняется и всех на своем пути сбивает. Но опять же, это единичный случай. Ну, где ты там, выходи. Мы ведем, как ни странно. Потому что здесь наяривает, ребята, Кольт собственной персоной. Кольт тут хорош, тут ничего не могу сказать. Так, Нита, иди сюда. Так, шестеренки. Давай, давай, давай. Опа, нормуль. Черт, медвежонок этот вылез. Куда ж ты ломанулся-то, Бул? Это, ребята, у него супер удар. Ой, мы проигрываем. Мы проигрываем с вами, ребята. Твою мать, одно очко про... Одно очко нам не хватило, а? Нет, ребят, этот Бул, это... Для меня это вообще, я не знаю, ни о чем. Слабый он еще. Выбираем другого. Хрень полная. Да. Выбираем. Поехали. Вот сейчас мы повеселимся. Сейчас будет нормуль. Кстати, я не понял, а где брать вот эти вот сапоги скорости или какие-то там? Написано, на 9 уровне вы можете их найти. Слушай, команда не айс, я вам сразу скажу. У нас тут Шелли, Бул и я, и все стрелки. Все стрелки, да, значит. Там Барли у нас балует. Бул, как всегда, куда он лезет? Я не понимаю. Пускай стоит, курит. Оп-оп-оп. Медведь, медведь, Була бомбит. Так, Нита. Ну Ниту-то хоть убьем мы. Вроде бы убили. Из такого залпа выбегаешь. Стоим, ребят. Когда мало здоровья, конечно, лучше постоять там пару секунд и отхилиться, чем идти, как говорится, на пролом. Вот видите, вот этот Барли, он правильно делает. Он стоит там и втихушку просто стрелякает. И опять мы с вами потеряли преимущество. Ну, Барли как будто здесь и не было. Так, Шелли. Звездная Шелли там бегает. И Нита вместе с ней. Весь суперудар потратился у меня почему-то на медвежонка. Так, молодец, Бул. Прикончил ты ее. Так, не надо, не надо, не надо рисковать, мне кажется, лишний раз. Возле тем более точки респауна. Лучше вот здесь где-нибудь стоять. Да, вот здесь вот встанем и постоим, подождем. Они сами выйдут к нам. Нет, вот Шелли не имется. Шелли не имется. Вот он напалм хренов. Так, у нас ровный счет. Как вы видите. Нита что-то тут лезет, я не пойму. А куда она бежит-то? Куда она разогналась?
Что за отвлекающий маневр? Не знаю, что это такое было, но она добегалась. Минус. Так, отлично, ребята, мы взяли с вами преимущество и выиграли. Ух. Поехали дальше. Блин, когда же я... Представляете, у меня сейчас будет ранг больше, чем у Эль Прима. Хотя я за Эль Прима я сыграл недюжину количество раз. Можно, в принципе, было бы и за Барли, но и в том случае, если ты знаешь, что в команде есть Эль Прима и какой-нибудь стрелок. Но это нужно подбирать команду в таком случае. Я готов. Так, успеем. Так, вот он бежит сюда. Готов, добегался. Так, Барли. Барли нам тут не нужен. Блин, я его не смог догнать, к сожалению. Ага. Барли. А я-то тут. Во-во-во, фига тут. Распылялку устроили мне. Минус. Я, кстати, заметил, когда Барли бросает свою бутылку Молотова, лучше не от него бежать, а наоборот к нему. Как ни странно. Наноси врагам урон, чтобы... Так это понятно, что вы мне тут учите. Это само собой разумеющее. Так, стой здесь, отхиливайся, таки. Я его возьму, я его должен взять. Хрен тебе. Так, там турелька, да, стоит вражеская, я смотрю. Или уже нет? По-моему, уже нету ее. Они нашу разнесли тоже турель. Так, вдвоем на меня, да, значит? Отлично. Да что ж такое? Там, ребят, суперудар был накоплен. Сейчас, ребятули, сейчас у меня есть еще кнопка, как говорится, на взводе. Снес я его на... Нет? Нет, не снес. Тогда будем мстить. Ой, напал нафиг. Фига, чувак, да? Видел, из-за кустов за мной погнался, но наш бравенький, великий я мне помог. Своей бомбочкой. Спас, так сказать, меня. 22-10, счет. В нашу пользу, пока в нашу пользу, ребят. Наша турелька. Итак, уже пошел отсчет времени. Не надо терять это преимущество. Ребят, лучше стоять где-нибудь вот здесь вот, позади. 26-17, хорошо. 31-17. Кстати, я вот заметил, когда время уже поджимает, да, все хотят выбиться вперед, ну, победить. И вот эта вот суета, да, необдуманные действия, из-за которых, в принципе, ты делаешь еще хуже. Начинаешь проигрывать. Приглашение в команду Ильи. Ну, давай принять, что у нас за Илья такой. Играть снова. Так, Ильи здесь никакого я не вижу. Давай потихоньку, потихоньку. Ну, хоть кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Это как в этом, знаете. Ну дайте хоть одну, ну хоть одну-то дайте победу. Такой же расклад. О, у нас Эль Прима, я только сейчас заметил, ё-моё. Офигеть. Думаю просто о своем. Так, это была турель, оказывается, а? Ты гадина. Так, что, мы с вами нифига мы проигрываем? А чё такой большой отрыв-то у нас получается? 10-7. Так, хорошо, ждем, ждем, ждем. Давай. Молодец, оглушил. Двоих сразу снесли. Вот сейчас было классно сделано. Ух ты, Эль Прима, у тебя? Смотрю, зачастил суперудар-то. Так, надо сматываться, у меня мало здоровья. Это не дело там. Лясы, как говорится, точить. Давай, 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 давай. Шелли, Шелли. Промахнулся, гаденыш, да?
16-18, мы пока проигрываем. Ну да. Все против меня тут, смотрю. Вылезли. Ну, молодец. Молодцы, ребята. Я принес вам мясо, вы его уделали. Все правильно сделали. Иди сюда. Я его поймал, наконец-то, давно за ним охотился. Ой, что-то они, по-моему, раскисли. Или у них какой-то план созрел. Отходим, отходим. Так, что тут, турель еще, блин. Ой, мало здоровья. Я спрячу сюда в кустики. Так, Шелли. Смотри, что происходит, ребят. Давай, давай, культов есть. Культов забомбили. Здесь где-то Шелли в кустах сидит. Вот здесь вот. Эль Прима, лучше к тебе выйти первому. Черт, вот я еще раз говорю. Когда этот суперудар бомбит, ничего нельзя сделать. Оу, да мы с вами проигрываем. Ну, молочек. Примач, ты молодец. Блин, опять ничья, ребят. Не получаем никаких очков, да? К сожалению. Но и не теряем. Так, кубки растут. Илюха тут у нас танцует. Ну что, Илья, захват кристаллов? Поехали, пускай будет захват кристаллов. Так, Илья, я и Саид. Или Сид. Так, бомбардировка. Так, 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 тихо, 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 тихо. Давай вот этого малыша пригреем. Надо отходить. Я попробую, я... Нет, лучше отойдем. Отходим, 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 отходим. Кольт. Кольт за... Как говорится, за спиной у меня. Так, я не знаю, давай попробуем вот здесь вот накрыть их. Как-то неудачно получился накрыть всех тут. Ёпрасты, да... Оу, с удара на 1500 бомбанул вот этот хмырь. Иди сюда, громозека, ты мне нужен, блин. Я должен тебе отомстить. Отомстил! За этот отомстил. Слушай, я не пойму, Илья, ты же вроде с гранатометом. Почему тебе не получается бомбардировка? Потому что там вот этот вот Квазимода, да, наяривает. Обратный отсчет. Пошел уже. Это плохо, ребят. У нас маленькое преимущество. И очков у нас вообще нету. Как ни странно. Ну, а у кого гемы-то все находятся? Я не могу понять. Короче, сплавились мы здесь. Сплавились по полной программе. К сожалению. Я еще и минусанул, да? Ну, как всегда, так и буду прыгать. Давай, поехали заново. А, кстати, вот этот сад, это же... Он играл за Пока, а почему-то я его там даже не видел. Судя по всему, наверное, потому что я сзади там где-то бродил. Так, ладушки, поехали далее. Последний, ребятушки, наверное, на этот день у нас бой, потому что... Я думаю, что ничего сегодня не получится, я немножко подустал, очень много чего сделал. Так что, как говорится, если не вяжется игруля сегодня, то лучше отдохни. Верно? И приступи, как говорится, с новыми силами. Потом уже. Хе-хе, приматч там сразу дал дёру. Дайте мне лучше гемов. Я очень-очень аккуратный чувачок. Угу. Так, смотри, смотри, смотри. Там нашего колбасят. Пока, ты, главное, не высовывайся. Ё-моё, напалом. Так, у меня суперудар накопился. И все мимо. Абсолютно все мимо. Это со своими картами Тора там бросается, а? Так, опять примач здесь. Фига, вы там устроили, блин, бомбардировку. Мы опять же с вами... О, кристаллы забираем.
Чуть-чуть. О, нет, вот это опасный. Опасный супер взрыв был. Слушайте, офигеть, мы с вами вообще все гемы с вами растеряли. И отчет пошел, да? Естественно, пошел отчет. А эти сейчас где-то там в кустах, наверное, прячутся. У кого львиная доля? У Торра. Проиграли. Практически в сухую. Да. Слушайте, ребят, я говорил, что это будет последний бой. И вот он был последний бой. Так, общение. Так, Руслик. Принимаем. Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы на этом с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И обязательно увидимся в следующей серии по этой игрульке. Так что, всем удачи и до новых скорых видосиков.